В рамках 4-го Всероссийского форума органов молодежного самоуправления «Молодежная команда страны» студент Казанского университета Роберт Нагуманов получил грант в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей на реализацию своего проекта «Мобильный сервис «Россия без мусора». Как рассказал Роберт, идея этого проекта у него зародилась еще в начале 2020 года. Родители у меня дома не хотели выкидывать из гаража всякий хлам, так как у нас есть история, Советский Союз, где... К сожалению, выработалась такая инициатива у людей, как патологическое накопительство. Я им предложил сдать это все за денежку. Они согласились, сдали, остались довольны. Гараж освободился, все супер. Проект Роберта задумывается как мобильный сервис, в котором будут аккумулироваться пункты, которые готовы принять вещи и дать им вторую жизнь. Вы получаете внутреннюю валюту, потом обмениваете ее на услуги партнеров. Например, можно будет получить 100 рублей промокод на поездку в Uber. Для этого нужно будет просто отсортировать мусор и сдать его в пункт приема. Уже приемщик будет иметь панель администратора и начислить вам баллы. Проект начнут разрабатывать уже в начале 2021 года, а в мае мобильный сервис заработает. Кристина Надыршина, Виолетта Басова, Универньюз.